Армсыздар, құрметті көрермендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Начальник управления юстиции Каркаролинского района задержан по подозрению в неоднократном получении взяток. В поселке Атасужа Наркизского района неизвестные из хулиганских побуждений начали стрелять в группу молодых людей и в служебную машину, в которой находился сотрудник полиции. Серия монет «Фауна Казахстана» пополнилась новым экземпляром. Начальник управления юстиции Каркаролинского района задержан по подозрению в неоднократном получении взяток, сообщают в департаменте финансовой полиции по Карагандинской области. На этих кадрах видно, как директор одного из ТОО передает начальнику управления юстиции Каркаролинского района некую сумму денег. Они предназначали за ускоренную ликвидацию предприятия. Финансовой полиции пояснили, что взятка получалась неоднократно. Ее общая сумма составила $200. По данному факту в отношении начальника управления юстиции Каркаролинского района возбуждено уголовное дело. 22 июня текущего года ему предъявлено обвинение по указанной статье и избрано меры пресечения в виде ареста. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Еще один неприятный инцидент произошел в нашей области. В минувшее воскресенье в поселке Атасужа Наркинского района неизвестные из хулиганских побуждений начали стрелять в группу молодых людей и в служебную машину, в которой находился сотрудник полиции. К счастью, жертв удалось избежать. Заместитель начальника отдела внутренних дел Жанаркинского района выехал на место, где по оперативной информации происходила драка. Там-то и служебную машину, в которой он находился, обстреляли. Сотруднику правоохранительных органов оказана медицинская помощь без госпитализации. Группа молодых людей в количестве около 15 человек, значит, выясняли отношения, где по оперативным данным, значит, также выехал наш сотрудник, в ходе которого, значит, из неустановленного оружия было произведено выстрел в сторону группы молодых людей. Как сообщают сотрудники департамента внутренних дел, по подозрению в совершении преступления задержаны двое братьев 91-94 года рождения. При задержании 21-летний парень нанес себе незначительные ножевые порезы в области предплечий и грудной клетки. Ему была оказана медицинская помощь. В результате чего, значит, пятеро молодых людей различными огнестрельными ранениями госпитализированы в больницу. Наш сотрудник без госпитализации оказан медицинская помощь. Также служебная машина получила механические повреждения. На сегодняшний день, значит, установлены двое человек. У одного из них в ходе санкционированного обыска изъят обрез 16 калибра. В этот же день в сарае, который находится около дома задержанных, был обнаружен и изъят обрез ружья 16 калибра и патроны. По факту хулиганства сотрудниками департамента внутренних дел было возбуждено уголовное дело. Мирамгуль Салкимбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Дорожно-транспортное происшествие на автодороге Алматы-Екатеринбург. В 70 километрах от поселка Сарышаган автомобиль BMW совершил лобовое столкновение с автомашиной Lexus. В результате гражданка Российской Федерации и двухлетний ребенок скончались на месте. 1 июля в 5 часов утра в Актыгайском районе Карагандинской области на автодороге Алматы-Екатеринбург 39-летний водитель BMW, гражданин Российской Федерации, двигаясь со стороны Балхаша в направлении Алматы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Lexus под управлением 22-летнего жителя города Алматы. Водитель BMW и пассажиры автомашины Lexus, двое мужчин 86 и 84 года рождения, жители Алматинской области с различными травмами, госпитализированы в больницу Балхаша. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области. К другим новостям. С 3 июля стартовала акция «Социально-культурный десант» с заботой о ближнем, который проходит в домах для престарелых в период с мая по июль. Такое же мероприятие проходило в доме для престарелых и Абайского района. Подробнее в материале Жазиря Абдраемовой. Стартовала акция «Социально-культурный десант. Заботы о ближнем». Она охватит все казахстанские дома престарелых. Мероприятие прошло под эгидой «Нур Отан» с участием представителей местных неправительственных организаций, бизнеса и молодежи. Цель акции – привлечение внимания общественности и представителей бизнеса к проблемам пожилых людей, проживающих в домах престарелых. Акция будет носить социально-культурный характер, отмечают организаторы мероприятия. Сегодняшняя республиканская акция проводится партией «Нур Отан».
и называется она «Забота о ближнем». Эта республиканская акция будет проводиться до августа месяца. Основная цель сегодняшнего мероприятия – это в первую очередь привлечение общественности, бизнес-структур к проблемам пожилых людей, к проблемам вот домов престарелых и, наверное, оказание поддержки, помощи этих социально уязвимых слоев населения. Основная задача – это в первую очередь, наверное, активизировать волонтерское движение, шефское движение. Была организована концертная программа творческого коллектива районного дома культуры. Пожилым людям были вручены подарки от партии «Нур Отан». Закончилось мероприятие чаепитием. Сегодня повсеместно по республике проводится акция «Социально-культурный десант с заботой о ближнем». Цель мероприятия – привлечение неправительственных организаций, бизнес-структур, молодежи, помощь именно домам престарелым. А кого вы уже привлекли? Мы привлекли сюда ассоциацию предпринимателей Абайского района и ИП Матусевич. Это ассоциация предпринимателей, они организовали стол, чай-питье. Сейчас внизу они столы накрыли. ИП Матусевич подарил журнальные столики и две большие картины. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. Серия монет «Фауна Казахстана» пополнилась новым экземпляром. Национальный банк Казахстана выпустил в обращение серебряную памятную монету «Тушканчик», чем вновь порадовал карагандинских нумизматов. Новая монета из серии «Фауна Казахстана» имеет овальную форму. На ее лицевой стороне, называемой аверсом, изображен бегущий тушканчик на фоне стилизованных барханов и заходящего за горизонт солнца. На оборотной стороне изображение малого тушканчика на фоне пустыни, его характерной среды обитания. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы. Номинальная стоимость составляет 500 тенге. Тираж всего 5000 штук. 24 грамма монета. И продажная стоимость монеты 8400 тенге. Монеты, так же, как и все предыдущие монеты, которые выпускает у нас Национальный банк, при себе имеет сертификат, расположенный в таком вот серебристом футляре. Приобретать монеты можно у нас в филиале. Напомним, что ранее в рамках серии «Фауна Казахстана» Национальный банк выпустил монеты «Бабочка», «Фламинго», «Ушастая кругоголовка» и «Осетр». Лето – пора получения дипломов и начала новой жизни. Карагандинский государственный медицинский университет также выпустил в жизнь новый поток молодых специалистов. Этот выпуск для нас очень знаменательный, потому что именно вот эти выпускники в этом году подтвердили, когда была независимая оценка, государственная аттестация была, эти студенты прошли тестирование. И по итогам теста у нас средний балл составил 4,7. Это очень высокий результат. С каждым годом требования к студентам, к обучающим повышается, это и правильно. Это время требует того, чтобы мы выпускали качественных выпускников. С каждым годом мы стараемся поддерживать нашу марку КГМУ. В этом году количество выпускников равняется 475. Это, конечно же, не один факультет, тут их множество, но различий особых между ними не наблюдается. Все они выпускники. Сегодня в нашей стране стало на 300 врачей больше, и это прекрасный повод, чтобы собраться здесь сегодня и отметить это. Хотелось бы поблагодарить родителей, поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав за то, что они все эти 6 лет вели нас к этому дню, помогали и наставляли на именно тот путь, на который нужно. Пока распределение молодых врачей не ясно, но многие из них пойдут в интернатуру и там уже будут продолжать свое обучение. В будущем у них все достаточно безоблачно, так как университет продолжает тесное общение и сотрудничество со своими студентами даже после выпуска. Александр Крылов, Бауджан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Караганда стала площадкой для проведения отборочного турнира по казах-шакурес. Два финалиста соревнований примут участие в республиканском чемпионате «Казахстан-Барысы» на приз-президента Республики Казахстан, который состоится в сентябре в городе Астане. Областной турнир по казах-шакурес собрал 30 борцов со всех уголков карагандинского региона. Поприветствовал участников соревнования ким района имени Казбекби Жанат Искаков. Уважаемые участники турнира, позвольте еще раз поздравить вас с проведением данного мероприятия.
всех присутствующих замечательным событием, пожелать участникам соревнований успешного выступления и ярких побед. И, как говорится, пусть победит сильнейший. Соревнования по казахской национальной борьбе, ставшие столь популярными в последние годы, станут отправной точкой для двух борцов-финалистов на республиканские соревнования, рассказывает Кайдар Канжанов, директор спортивной школы по видам борьбы «Жасункар», из стен которой вышли многие именитые борцы Казахстана. На сегодняшнее соревнование Сарыарка-Алабы собрались 30 участников со всего региона нашей области. Это отбор на Казахстан борцы, который будет проходить в сентябре месяце в городе Астане. И желаем удачи нашим спортсменам вступить в этих соревнованиях достойно. Победителем соревнований стал карагандинец Василий Косачев. Помимо путевки на республиканский турнир по Казахша-Курес, он получил денежный приз в размере 200 тысяч тенге. Второе место за борцом из Жанаарки Асланом Барненовым. Он также будет представлять нашу область в сентябре на чемпионате на призы главы государства. Составляющая спортивной жизни заключена не только в тренировках и соревнованиях, но и в участии в общественной жизни страны. Футболисты темиртауского «Булата» вступили в молодежное крыло партии «Жас Отан». Такой ответственный для спортивного коллектива день собралась вся команда. Общее количество футболистов составило 40 человек, и все они получили партийные билеты молодежного крыла «Жас Отан». Сегодня для нас большой праздник. Мы вступили в молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нуротан». Мы патриоты своей страны, мы за спортивный Казахстан и стремимся своим примером показать молодым игрокам, которые нас смотрят, чтобы еще больше они занимались спортом. Ведь спорт – это всегда здоровый образ жизни, всегда большие успехи, всегда новые какие-то эмоции, радости. Так что мы всегда за спортивный Казахстан. Теперь на каждом матче футбольного клуба «Булат» на форме игроков будет присутствовать эмблема молодежного крыла партии «Жасутан». В планах партийцев также числится организация турнира на Кубок партии среди команд чемпионата области. Тем самым будут привлекаться новые лица в число спортсменов, вступивших в ряды молодежного крыла партии «Жасутан». Александр Глоб, Бауржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В нашей стране развитие эффективной инновационной инфраструктуры осуществляется путем создания и управления деятельностью субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе технопарков, конструкторских бюро, международных центров трансфера технологий, свободной экономической зоны, парк информационных технологий. На сегодняшний день созданы и функционируют 4 конструкторских бюро, в том числе транспортного и сельскохозяйственного машиностроения в Астане, горно-металлургического оборудования в Усть-Каменогорске и нефтегазового оборудования в Петропавловске. В прошлом году при акционерном обществе НИФ был открыт Казахстанско-Корейский центр технологического сотрудничества. Ежегодно проводится конкурс по отбору научно-исследовательских институтов и университетов в цели содействия созданию и развитию на их базе офисов коммерциализации. По итогам 2011 года были открыты 9 офисов коммерциализации, из них 7 в университетах и 2 в НИИ. В целях наращивания инновационной составляющей казахстанской экономики, повышения осведомленности широких слоев населения о национальной инновационной политике реализуется пропагандистская деятельность. На ежегодной основе проводится международный инновационный конгресс, конкурсы инновационных бизнес-планов и рационализаторских решений, конкурс журналистских материалов «Урлео Кпарате», а также выставки отечественных инновационных проектов. Кроме того, реализуется грантовая программа. По итогам 2011 года выдано 129 инновационных грантов. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация и вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубонсдар.